Приднестровье растут очереди за нейтральными номерами. Пункты регистрации транспортных средств в Тирасполе и Рыбнице не справляются. С 1 сентября Украина по просьбе Молдовы не пропускает машины на наших номерах, а нейтральные номера сейчас получить почти нереально. Проблема не решается. Мы предлагаем конкретные практические решения по тому, как ускорить процедуры в ПРТС. Мы предлагаем молдавской стороне увеличить количество операторов. Но молдавская сторона нам говорит, что она справляется очень хорошо с наплывом потенциальных соискателей. Мы предлагаем молдавской стороне отказаться от идентификации номера двигателя при регистрации транспортных средств ПРТС, сэкономить на этом часик-другой. Тоже мы не услышаны. Предлагаем молдавской стороне принтер для изготовления свидетельств согласованного образца, свидетельства регистрации транспортного средства разместить прямо там, в ПРТС, чтобы курьеры не возили эти документы, чтобы на это не тратить время. Опять же, молдавская сторона, руководствуясь какими-то непонятными мне фобиями, не готова и здесь идти навстречу. У нас более 100 тысяч легковых автомобилей с приднестровскими номерами. С 2018 года около 5% водителей оформили нейтральные знаки. Итого, такими темпами надо минимум 7-8 лет, чтобы номера заменили все желающие. Плюс есть сложности, когда нейтральные номера не могут оформить граждане России и Украины, проживающие в Приднестровье, например, если машина перешла по наследству. Нейтральные номера также не могут получить грузовики и пассажирский транспорт, автобусы и маршрутки.